Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам и поговорить о одном ноже, который есть у меня в коллекции. Это вот такой интересный нож. Нож Columbia. Написано на нем Columbia Fujinji Company. Изображен вот здесь бык. Вот здесь тоже есть изображение, значит, здесь изображение у нас волка, и тоже написано Fujinji Company. Вот, значит, здесь еще есть на ноже, имеются на лезвии надпись, патент, номер и так далее, там очень длинный номер. И указана марка стали 440C. Вот, значит, вкратце об этом ноже. Для чего я его купил? Я его купил вот из-за его такой необыкновенной формы. Вот. То есть, он увесистый, этот ножик. Вот. То есть, значит, смотрите, по ножу. Давайте, наверное, такой нож нигде не найдете. Характеристики его. Вес его 196 граммов. Значит, в сложенном состоянии он у нас 13,5 сантиметров. Вот. В разложенном состоянии. Сейчас мы замерим его. 20, почти 22. Вот. Что тут у нас? Длина лезвия. Длина лезвия. Длина лезвия, вот, в принципе, 9 сантиметров. Ширина в самом широком месте 3,1. Вот. Толщина в обухе 3 миллиметра. Вот. Ну, в принципе, накладочки из дерева. Вот, то есть, замок Liner Lock. Вот есть шпенек, чтобы выкидывать нож. И также вот такой плавник, то есть по типу как флиппер. Вот. В принципе, как флиппер, он вот здесь очень тугая защелка. В принципе, ну, можно выбрасывать, но надо немножко его приловчиться к этому. Вот так. Вот. То есть, в принципе, я купил его из-за его как бы, ну, вот, внешнего вида. Вот, то есть он у меня достаточно давно. Вот, я ему никакие там хардьюзы не делал, я его не знаю даже, честно говоря, где применить. То есть на каждый день он мне не подходит. Во-первых, он тяжелый. Во-вторых, здесь у него нету ни клипсы, ни темлячного отверстия, то есть ничего. Вот, я его покупал, он шел без, ну, в том магазине я брал его, мне не дали никакой чехол с ним. Вот, поэтому, как бы, то есть он был без чехла, я подобрал из имеющихся у меня чехлов вот такой чехол, то есть он, в принципе, в чехле помещается, можно носить его, вот, но, скажем так, я его одно время даже хотел продать. Ну, не знаю, что как-то вот лежит, 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 лежит. Я им, ну, не пользуюсь, и как бы он без дела, и вот так. Продать хотел, а потом тоже, ну, смысл за какие-то небольшие деньги его продавать? Смысла нету, вот. Решил все-таки оставить, думаю, пусть будет так, чисто для, может, кому-то подарю когда-нибудь, то есть. О нем, то есть этот нож в руке сидит как бы неплохо. Вот, ну, даже так, ну, достаточно крепко сидит. Вот, то есть есть хороший вот здесь вот такой упор под палец. Вот. Но пробовал им резать, строгать и древесину. То есть он режет все, но это нож, он все равно как-то вот так вот, он не для этих дел он сделанный. То есть вот он именно как бы рассчитан вот на проникающие такие, скажем так,
Движение, да, то есть вот здесь упор такой под палец получается хороший, то есть вот здесь упор, все, то есть и вот на прокол, да, то есть как бы на нанесение каких-то колющих таких вот, он отличный, да. Но в плане вот в быту, в хозбыте, то есть, ну вообще, мне кажется, он неприменим или применим, ну так, постольку поскольку. Вот, вот такой был ножичек, вот. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч.